Главная елка Ивановской области. Детвора со всех уголков региона приехала в пятницу на губернаторскую елку. Здесь отличники, спортсмены и те, кто достиг в 2017-м успехов в творчестве. Год прошел просто отлично. Закончил на одни пятерки. Все супер. Сказочные герои, Дед Мороз и Снегурочка, в фойе музыкального театра, танцы, хороводы, забавные конкурсы. Время подумать над самым заветным желанием. Ну, одеть красивое платье, заблестить красиво, елку нарядить, мандарины положить, подарков больше всего. А за этим столом ребята своими руками мастерят игрушки для новогодней елки. Цветная бумага, клей и немного декора. Ни в одном магазине не найдешь украшения лучше. Они лучше, потому что они сделаны своими руками от всего сердца. И я делаю это не в первый раз. Мне это очень нравится. Поднимает настроение, особенно новогоднее. Какая же губернаторская елка без губернатора? Станислав Воскресенский пообщался с ребятами и поздравил всех с наступающим Новым годом. Я когда был маленький, мой самый любимый праздник. Не знаю, как у вас. Вы любите Новый год? Да! Да. А Дед Мороз верите? Да! Молодцы. Ребята, девчата, я вам желаю, чтобы в Новом году сбылись все ваши мечты. Вы помните, что обязательно надо загадать желание. Подбой курантов, кто не снял. Кто не снял, загадайте желание пораньше. Оно обязательно сбудется. Огни на новогодней елке в этот день зажглись для 800 ребят. Ну а главным подарком для них стал спектакль «Принцесса на горошине» от артистов музыкального театра. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.